В эфире телеканала «Самара ГИС». При своем мнении Инга Пенер. Здравствуйте. Сносу нет. Сейчас, когда решается судьба старого города Самара, не лишним будет понять, а что на этот счет думают сами жители исторического центра. Бытует мнение, что чуть ли не поголовно все они мечтают променять свои графские развалины на новостройки. Безусловно, есть и такие. Но есть и те, кому не безразлично, какой увидит Самару, те, кто будет жить в ней после нас. Герои этой передачи не временщики в своем жилье, ждущие сноса, как маны небесной. Они настоящие хозяева. На собственные деньги реставрируют дома, которые, по сути, являются нашим с вами историческим наследием. Эти люди не финансовые воротилы, а обыкновенные граждане, патриоты своего города. Да-да, такое бывает. Своими глазами видела. И вам предлагаю в этом убедиться. Здесь были железные ворота, когда мы приехали, сваренные из проволоки. Мы их сковали, такие здесь железные навесы заказали специальные. Это птица Феникс, потому что Феникс – это птица, которая воскресает из пепла. Воскрес и сам дом. Это сейчас на фоне расписных ворот прохожие делают селфи. А ведь особняк купца Поташина, ныне чуть ли не главное украшение начала улицы Молодогвардейской, мог и не дотянуть до своего 120-летия. Говорят, что в этот дом врезался танк, который ехал на парад. Ну вот этот угол был разрушен. Вот так вот отведен. То есть мы его восстановили. Здесь обвалившаяся была часть, мы тоже все подреставрировали. Вчера вот мыли его весь день. Его, наверное, сколько лет уж не мыли этот дом? Наверное. Я думаю, что его никогда не мыли. 7 лет назад у дома после купца, построившего его, появился второй хозяин Вячеслав Вершинин. Чтобы осуществить свою мечту, ему пришлось продать 2 квартиры, свою тещину и разгрести тонны мусора. Если бы я знал, что мне надо 27 КАМАЗов вывезти, я бы тоже сказал, я же не олигарх, как я это все вывезу. А за 7 лет потихонечку крутили пальцем у виска, говорили, Славян с ума сошел, такие квартиры отдал, вот, приехал в сарай, вот. Я помню 7 лет назад, 1 сентября, когда мы заехали, вечер уже темнеет, притихли так, и вдруг слышим, пошел поезд, вот, жена говорит, здесь еще и поезда ходят, и все заплакали, в общем. Но глаза, как известно, боятся, а руки делают, сгоревшую крышу заменили. Каменная арка, что раньше служила въездом во двор, благодаря легкой конструкции закон превратилась в просторный холл. Старинные зеркала, люстры из засушенных роз, репродукции известных мастеров и подвесная лестница, устремленная вверх взамен деревянной, прогнившей. В холле его еще предстоит утеплить, будет зимний сад. Второй этаж уже жилой. Здесь была коммуналка, она была прогоревшая, и перекрытия были прогнившие. Все снесли полностью, покрасили все в белый цвет, отреставрировали. Это детская? Это детская, да. Вот здесь еще одна детская. Крышу новую мы поставили, чтобы фасад не портить, мы чуть-чуть надстроили, чтобы с фасада не было видно. И получилась мансарда, вот пока что такая лесенка простая. Раньше там была у меня мастерская, но сейчас Полина, вот моя младшая дочь, вытеснила меня, и тут получилась детская у нее. Вот, а этот светильник тоже делали, вот ребята подарили мне, вот Саша Филимонов делал. Здесь разные домики, видите, вот тут, ну, короче, в каждом уголочке у ней какой-то вот, там Мишка сидит, он чай с самовара пьет. Старшая дочь Вячеслава, кстати, учится в Санкт-Петербургской академии художеств имени Репина. Неудивительно, если отчий дом как холст для будущего мастера. Сам же Вячеслав Вершинин, мечтая о возрождении всей усадьбы Поташиных, недавно купил и флигель по соседству. В нем жил сам купец. В каменном доме он держал лавку. Копнули, здесь нашли, вот видите, старую брусчатку поташинскую. Сразу асфальт убрали, как-то все задышало. Летом не так душно. Ну, будем здесь, конечно, делать еще благоустройство. Тут вот камней вот раздобыли. Ну вот. Этого ничего не было. Ни лепнины вот это его. В общем, все было заклеено красиво пенопластом. Вот это окно вообще было заделано. То есть просто забито фанерой, завешено чем-то. Пирог такой на полу. Картон, газеты, ДВП, ДСП, линолеум. И снова
И все сначала. Когда сняли весь этот бескультурный слой, обнаружили сокровища – сосновые доски. Их отреставрировали, покрыли восковым маслом. Вы фактически первые, кто ступает, потому что вот он только что вот впитался, высох. Он живой, все дышит. То есть мы специально не лак не хотели, вот, а вот этот воск, он дорогущий собак, задышала, все, другая атмосфера. Эта атмосфера проняла и скептиков соседей. Поначалу они ругались, зачем тебе это надо, все равно снесут. Но хороший пример оказался заразителен, и дома в округе постепенно стали преображаться. Друг за дружкой, наверное, стараемся. Люди как-то стараются все равно. Хочется и как бы, чтобы во дворах у нас получше было. И в доме, но все-таки мы в каком веке живем? И вообще мы вросли вот в этот район. 30 лет уже тут живем. Восставший из пепла особняк Поташина теперь имеет официальный статус памятника. Вячеслав Вершинин в Минкульте оформил охранные обязательства. Эксперты, с которыми я вела беседу на раскопках крепости начала 18 века, говорят, этот случай не менее уникальный, чем найденный на Хлебной площади артефакт. Но он вполне может стать тенденцией. Вот он молодец, он никого не ждет, он все делает сам. И таким людям надо помогать в первую очередь. Он обустраивает свою жизнь, но при этом он и нашу с вами жизнь обустраивает, потому что либо ты идешь и там, ой, ужас, в каком состоянии, либо смотришь, ой, какой домик славный. Молиться на таких благотворителей надо. Конечно, если мы будем выходить и мыть тротуар перед своим домом, как это делают в Германии, да, например, то и соседи подтянутся. Весь Запад отстраивался именно на желание самих людей, а не на приказах начальства. Сейчас Вячеслав Вершинин ведет трудные переговоры с соседями о сносе покосившихся сараев. У них там погреба, а он предлагает разбить сад. На следующий год планирует благоустроить сквер, что напротив. Ну а сам дом украсит деревянные ставни. Не нужно быть олигархом. Вот нужно просто любить свой город и свой дом. И этого вполне достаточно. Хочу что-то сделать для Самары, то, что мне по силам. Вот мне по силам сохранять этот дом, я его сохраняю. В принципе, при прямых руках, небольших финансовых вложений, можно, в принципе, восстановить любое более-менее пригодное жилище. Артем Лаврентьев еще только в начале этого долгого пути. Его мечта жить в тихом самарском дворике осуществилась полгода назад. Дома, который сейчас закрыт профлистом, ему стукнуло больше 100 лет, он планирует вернуть прежний облик. Резные наличники, возможно, сделаю максимально, как это было в старое время. Артем знает, о чем говорит. Он занимался декоративной отделкой срубов, но приступить к реставрации прямо сейчас мешает опасное соседство. Этот дом лет 10 назад сгорел. Сейчас все, что от него осталось, это скорее декорация к фильмам о Второй мировой. Но посмотрите внимательно, говорит Артем, как идеально сохранились стены. У самого молодого человека денег на восстановление памятника, конечно, нет. Но разве мало богатых людей в Самаре, удивляется он. Для потомков сохранит, то есть уникальная архитектура на самом деле. Дворянское купеческое поместье, свой дом. В центре Самары. В центре Самары. По-моему, это не менее круто, чем там особняк царевщины. Ты смотришь на то, что было построено там дедами, прадедами, прапрадедами. Вот. То есть ты ощущаешь вот эту вот атмосферу. То есть в эти дома вложены старания, труд тех людей, которые жили задолго до тебя. И они простоят еще, они простояли там 200-300 лет. Здание. И они простоят еще столько же. 200 не 200, но 100 лет он еще точно простоит. Во всей этой квартире никогда не было коммуналок. И все, кто здесь жили, они как-то, понимаешь, бережно относились к тому, что вокруг. Поэтому вот это все сохранилось. Для телеведущей Ольги Христенко покупка квартиры в старом городе тоже была риском. Пришлось влезать в ипотечные долги. Но знакомый архитектор заверил, дом не просто крепкий. Он и своих хозяев переживет, как пережил две революции и гражданскую войну. Вот в этой самой гостиной, свидетельствуют архивы, состоялось первое заседание Комыча. Так называлось антибольшевистское правительство, организованное в Самаре членами учредительного собрания, не признавшими его разгон. Помнит дом и день вступления в город Белочехов. В этой гостиной ранним июльским утром, в день вступления Белочехов в Самару, хозяйка, распахнув окно или сидя распахнуто в окно, увидела людей в непривычной, незнакомой форме. Окликнула: «Ребята, чьи вы или откуда вы?» На что ей был дан ответ: «Мы чехи, мы принесли вам свободу».
Дом на Степана Разина 17, построенный Константином Сурошниковым, младшим и более бедным братом крупнейшего миллионера и землевладельца Василия Сурошникова, чей роскошный особняк на пересечении Пионерской и Степана Разина взывает о реставрации, не просто официально признан памятником истории. Ольга Христенко говорит, он еще и очень удобен для жизни. Зимой тепло, летом прохладно, кондиционеры не нужны, интерьер сохранился практически полностью. Камин, кстати, в рабочем состоянии. Лепнина, дубовые двери, паркет 19 века, в каждой комнате свой рисунок. Все это, конечно, требует ухода. Тот же паркет, к примеру, мыть водой категорически нельзя. Но Ольга признается, поменять всю эту старину на что-то более современное она бы никогда не решилась. Приходится периодически красить, окна очень трудно мыть, поэтому они не заживут. Но, тем не менее, вот руками подниматься, что-то здесь изменить. Здесь сохранилась старинная фурнитура, эти рамы. Они, извините меня, действительно вот, помнят и Белочехов, и помощь, и мне просто жалко. Такой интерьер обязывает, чтобы найти эту антикварную мебель и при этом не разориться. Хозяйке квартиры пришлось стать настоящим охотником за древностями. Вот эта вот досочка, да, она вообще не родная для камина, но ее нашли, скажем так, на помойке. Ее почистили и вот приделали в конце концов сюда. Почему? Потому что здесь нечто подобное было. Наслаждаться купеческим уютом обитателям исторической квартиры мешают тревожные вести. Я знаю, что мы вошли вот в какой-то такой отрезок, который будет подвергнут какой-то реконструкции. То есть это в квартал исторической застройки. Естественно, мы все гадаем, что будет именно с нашим домом. Люди не хотят отсюда уезжать не потому, что везде чудесные условия. Нет, конечно, просто здесь действительно живут люди, которым нравится вот именно этот район, это место и этот дом, в конце концов. Потому что здесь поколениями, династиями уже люди живут. У нас меняется, то будут сносить, то не будут сносить, то будут реставрировать, то не. Ничего не понятно. Сломать проще простого. Восстановить невозможно. Боже упаси, Боже упаси. Не дай Бог, я не люблю вот эти дома большие. Соседи Зоя Федоровна и Юрий Алексеевич тоже переживают, что будет дальше. Их дома на Молодогвардейской уже больше 100 лет рядышком стоят. В них, говорит 91-летняя пенсионерка, кстати, самарчанка, уже в третьем поколении всю душу вложили. Раньше красили, и тоже был крашеный. Поддерживали, в общем, да? Ну, все время, а как же? Поэтому он и стоит 200 лет. Что в нем хорошего? Ну, удобный, что еще можно сказать? Хорошо дышится, теплый, удобный. А теперь еще и обновленный. Фасад подкрасила фирма, что въехала на первый этаж. Ее учредитель говорит, на такое дело денег было не жалко. Много людей, которые проходили во время ремонта, смотрели, радовались, обращали внимание, останавливались. Ну, вот вы даже умудрились нас найти. Как бы. Нам же приятно, когда мы в своем доме наводим порядок. Конечно, здесь не дело, когда строят здесь огромные дома. Они лишают этот город и облика, и своего лица. Дома, которые, возможно, отреставрировать. Конечно, я считаю, было бы правильно реставрировать, потому что это наша история. Наверное, вряд ли уже такой кто-нибудь еще построит. Дело не в том, что вот я цепляюсь за это место. Я 4 места уже в Самаре поменял. Важно, чтобы вот город сохранил свой облик. И никакие экономические дела не должны приниматься во внимание. Раньше архитекторы были на порядок квалифицированнее, чем современные. Сейчас архитекторов таких вот выдающихся. Тут же были выдающиеся архитекторы в Самаре. Юрий Рогалевич хоть всю жизнь проработал простым электриком, но с его оценкой согласны и признанные эксперты. Наталья Бас, сейчас она занимается реставрацией особняка Путилова, тоже отмечает удивительную прочность памятников, что долгие годы пребывали в забвении. Вы знаете, раньше качество строительства было просто потрясающим. Очень редко попадается плохая кладка, недостающие растворы, недостача какого-то раствора в швах, пережженный кирпич. То есть вот работаю со многими объектами. Я третье поколение в нашей семье, которое родилось в Самаре. Моя дочь – это четвертое поколение. И для меня Самара – это, ну, так скажем, вот город. Я не представляю, как можно жить в каком-то другом городе. И больно смотреть, как уходят деревянные дома. Как в центре города появляются высотные 25-30-этажные дома. Я очень надеюсь, что к 2018 году у нас город покажет очень красивое купеческое личико.
Старая Самара – это изюминки, которые, может, не сразу видны. Но присмотритесь, и вы увидите и причудливые балконы, и тончайшее кружево деревянной резьбы. А вон там, смотрите, из последних сил еще держит фасад Атланты в соседстве с нерастерявшими красоты кариатидами. Сохранить эти отличительные черты Старой Самары или придать забвению – герои этой передачи свой выбор сделали. Может, и для других они послужат примером. Как-то приезжала к нам на конференцию Елена Дмитриевна Толстая, внучка Алексея Толстого, профессор Иерусалимского университета. Она рассказывала мне, говорит, подруга живет в Риме, в доме первого века постройки нашей эры. Но она, во-первых, она не может вбить ни одного гвоздя, не спросив там уймы разрешений городских властей. Да? Во-вторых, она сама никогда не будет этот гвоздь вбивать. Потому что, ну, надо понимать, что ты живешь, как бы, вот, свою недолгую жизнь, кратковременную, а это должно остаться для детей и для внуков. Но, в конце концов, мы должны понять, что мы живем у себя дома, да? Как Арсений Тарковский говорил, живите в доме, и не рухнет дом. Вот надо жить в доме, и тогда он не рухнет. А если жить на чемоданах, на бивуаках, все будет валиться, рушиться, сыпаться, и нам это не надо будет, совершенно и детям нашим не надо будет. И они нас выбросят на помойку точно так же, как мы выбросили на помойку там то, что для нас наши деды наработали. Думаю, что к теме исторического центра я вернусь еще не раз, а на сегодня пока все. Удачи вам, увидимся.